Всем привет, ребята. Меня зовут Виктор, и мы продолжаем проходить Will to Live онлайн. Так, давайте глянем, что у нас тут по заданиям. Что мы можем поделать. Мы можем наломать дров, поиск металла, нарубитель, запчасти и лабораторные тушки. Давай для разнообразия туда сгоняем. Лабораторные тушки. Лабораторные тушки. Это куда по карте? По карте. А, это там... Да, вот надо вот в этот выход, по-моему, выходить. 290 патронов у тебя для пистолета. С, режим стрельбы. Я так и не понял. Режим стрельбы там... Как ты, блядь, меняешься? Или у пистолета нету смены режима стрельбы? Впереди нас ждет ночь. Я так прям все время попадаю на какие-то ночи. Ну, что делать? Что делать? Будем играть ночью. В будущее с конфедерацией. Если на начальных уровнях игры вам кто-то мешает проходить квесты, то вы можете включить режим PvE в КПК. КПК. Кто-то мешает проходить квесты. Ножик. О, сука, прям как этот. Прям как в Counter-Strike. Ножик. Погнали. Долбить кабанов. Так, мне надо хоть, сука, опять добежать до цели. Так, а где? Где-то река бежит, а? А, ну я к ней и направляюсь. Широка река, интересно. Глубока река. Не доплыть мне до того берега, да? Да не. Ручеек. Надо еще два просто. Надо. Так, а вон и кабаны, да? Так, зарядка полная. Кабанчики, кабанчики. Просто интересно, сколько хп у этих кабанов. Так, что за херня-то? Они от меня сбегают, что ли, или что? Или их просто здесь убивают. А. Ебать. Так, первого зам... Подсвинок. Поняли? Это не кабан, это подсвинок. Ну. Надо перезаряжаться. После каждого раза. Вот после таких игр, блядь, и потом в обычные, в нормальные играешь, где автоматическая перезарядка есть. Охренеть, это что? Ёб твою, нихуя он мне втащил. Подожди, а я аптечки-то хоть купил? Это что за копыта кабана? А я аптечки? Да, купил.
И потом начинаешь это после каждого выстрела перезаряжаться. Понимаешь, вот. Раз здесь нет автоматической перезарядки. Что сложного добавить в игру автоматическую перезарядку? Так, это... Это телепорт куда-то, да? Давай, мы сперва сейчас кабанов набьем, потом портнемся. Так, мне 8 уровня прям неохота еще раз сталкиваться с 8 уровнем. Больно он какой-то, это... Кабан. Здоровый. Так, это, слышь, чё убежаешь? Кто-то... Ну, хоть перезарядка быстрая идет, да? Четыре, еще 6 банок этих красных соплей набрать надо. Свинтус, ты где? Свинтус. Свинец. Откуда у свинтусов свинец? Ну, хотя свинтус, свинец. На сви начинается. Свинтус и свинец. Все логично, да? Свинтус и свинец. Подсвинок. Это, блядь, как там, подосидовик, подберезовик, а это подсвинок. Блять, не ту кнопку нажал. Чуть, сука, не сдох. А сколько опыта дали за этого урода? Вы получили опыт 92. Что-то не густо дают опыта за этого 8 уровня. Да. Смысл заморачиваться там. Хотя не знаю, может, это нормально, что 92 опыта, может, это нормально. Так, уже перегруз, блядь. Уже перегруз. А это что такое? Поврежденная шкура кабана. Сколько ты стоишь? 40 монет. Ну, надо еще две этих. Ой, 8 уровень. Да пошел ты. Нахер. На 8 уровне. Ебать ты, снайпер. Ты чё такой косой-то? Так, еще одна осталась. Где-то вот здесь. А вон он. Все, собрал огонь. Так, и где-то тут аномалия была. Я хотел, где ж ты тут трещала-то? Походу это.
Похоже. Ну-ка, тут можно, как в этом. Как в Сталкере, там на эти были что-нибудь на кладбище. По активных нету никаких. Ну, наверное, нет, да. Ну, нет, так это. Вот какой-то дом. Сейчас нахуй подойду, еще завалят меня здесь. Хорват какой-то там ходит. Хорват. О, кто-то спит. А в доме, да, есть что полезно? Да, ну, в доме. Там есть что-то. Давай сейчас просмотрим. Сука. Сука, кто-то меня в доме опередил. А это... Это трупешник тут. Это что такое было? Нужен ключ. А с ноги выбить нельзя? Опять кнопки перепутал. Нужен ключ. А, во, подожди. Тут уже обшарили чунга-чанги эти. Так, ладно. Так, куда сейчас? Куда сдавать? Вон туда. Ох ты ж. Крысы, что ли, носятся? Ночью сильно не пошаришься, просто, блин. Толком не видно ничего. А, ну вон видно, видно купол. Слышно реку. Идем по звуку, да? Ёпарасоте, блин. Какая-то аномалия тут. У меня погруз. По весу перегруз. Перегруз по весу. Поэтому расходуется выносливость быстрее. А чё ты пить-то так сильно хочешь? По сути, пока шестой уровень не апнешь, надо автомат. Автомат хотя бы взять. С ним уже, наверное, всё-таки попроще будет, думаю. Но мне, конечно, хочется верить в то, что с автоматом будет попроще. Что с автоматом будет попроще, но кто его знает, будет или нет. Надо что-нибудь, знаешь, что надо что-нибудь попробовать будет скрафтить. Что за тачка? Хоть пойми, что за тачка. О, это эти. Спецназовцы какие-то, Рэмбо. DVD-диск. Пепельница, DVD-диск. В КПК можно управлять активностью квестов, а также просматривать подробную информацию по ним. А также просматривать подробную информацию по ним. Ну, пойдем. Сейчас там. Так, это у Михалыча, я, по-моему, да? Михалычу вроде сдать надо.
или бармена. Не помню. Михалычу или этому сдать. Или бармену. Блять, стул, сука, мешает. Покажи товары. Так, это я тоже могу продать, да? Говорят, что на этих дисках может быть что угодно. Сейчас же это скорее предмет антиквариата. Вот даже не знаю. Так, это что? А, кабанина. Так, давай, поврежденная шкура кабана. А, я не могу этот предмет торговцу продавать. А почему? Так, это что, пепельница? Почему я продать не могу? А хвост, хвост крысиный могу продать? Тоже не могу. И вот эту? Тоже не могу. Ну, ладно. Шо, что такое 12? Под тип C сортировка цена по возрастанию. А 6 это, наверное, показывает, что 12 предметов у него. Пойдем до Михалыча. Сколько ты лет играешь в эту игру? Я охерею. Вот. Нет. Что, прилоте ко мне? Задание выполнено, полковник. Чудесно. 660 опыта. И жетонов 300. Молодец, хорошо сделано. Держи жетонов. Привет. А, мне нужна работа. Давай посмотрим. В поисках пищи. Не торопись с выбором. В поисках пищи. Слушай, у меня отличные новости. Помнишь, ты на кабанов тут ходил? Так вот, пришли результаты лабораторных исследований со столицы. Представляешь? Ха-ха, это самые обычные кабаны. Самые, что ни на есть, обычные кабаны. Ха-ха-ха-ха. То-то я думаю, что я их раньше никогда не видел. И знаешь что? Выяснилось, что мясо этих подсвинков оказалось пригодным для приготовления в пищу. Ты понимаешь, что это значит? Проблем с едой теперь в городе будет меньше. Ты у нас опытный стрелок. Не хочешь поохотиться да добыть свежей свинины? Ух, как я соскучился по хорошей отбивной. Ради такого дела я не против поохотиться. Удачи тебе. Удачи тебе завершить диалог. Так, свинина. Сувенина. Поохотиться. Мне нужно еще трех кабанов будет завалить, да? Ну ладно. Нужно будет завалить трех кабанов, завалим. Давай посмотрим, кто там еще там квест хочет. Еще можешь отдать их за кучу. Не, никто не продает донатные скины, просто об этом говорим. Какие люди, я рад снова видеть. У меня тут работенка появилась, не хочешь заняться? Смотри, какая. Ну, не особо пыльная, в общем, смотри. Я тут краем уха слыхал, что Михалыч потерял свой ТТ в очередной вылазке на кабанов. Ты же видел дом у кладбища, что недалеко от города? Да, видел. Ну, так вот. Решил как-то Михалыч тряхнуть стариной. Взял пару бойцов, да отправился на охоту. Мутантов, мол, много стало. Вдруг они напоролись на большое стадо, кабанов. Таких тут раньше не было. Огромные были. Боеприпасов у бойцов мало было, стрелять не рискнули. Пришлось отступить, пока кабаны всех в землю не втоптали. Да как, да какое отступать, бежать, пока кости целы. Аж дальше-то что? Да что-что, где-то там Михалыч потерял свой ТТ. Пистолетом он этим сильно дорожит, как память. Говорят, ему, тому, кто найдет этот пистолет, награда будет. Если дашь слово язык за зубами держать, то я тебе расскажу, где этот ствол искать. Принесешь, награду пополам поделим. Ну давай попробуй. Попробуй найти этот пистолет. Надеюсь, оно того стоит. Молчу как рыба. Надеюсь, ты слово свое сдержишь. Ну так вот, пистолет этот можно найти на кладбище, что недалеко от города. Вот где-то там среди могил он и лежит. Удачи тебе с поиском. Нет, мне сейчас опыт нужен. То есть ты серьезно? Так, мне надо сейчас, подожди. Не будет. Да деньги я на ящерах нафармлю. Так, давай мы отсюда сейчас свинец сосплавим. Не знаю, может сейчас попробовать на болото сходить. И открыть создание предмета. Медведь.
Ну-ка, подожди, что такое? Разместить тайник. А, открыть создание предмета в инвентаре. Да. Набор для костра. Но у меня спички-то есть, и что? Результаты. Костер, да? То есть дрова есть, ну. Заготовка для отмычки. А, подожди, вот. Стальная проволока. У меня ж есть стальная проволока. Ну-ка. Заготовка для отмычки. А, инфо, окей. Общая базовая цена 15. Окей, и что, ну? О, а как? А, плоскогубцы надо еще взять. Так, создать. Оп, создали. 15, да? Отмычка теперь. А, теперь еще надо длинногубцы найти. Длинногубцы найти надо, да? Ой, ё-моё, блин. Еще длинногубцы. Короче, парни, последний раз говорю, кому краска нужна для оружия за 2000. Последний раз предлагаю, я ухожу. Так, это пом-пом-пом-пом. Так, еще, блять, если еще только 10 ячеек докупить. Ну, пока мне бабло. Я хочу увеличить размер своего. 10 слотов, давай. Ну вот, отлично, завершить диалог. Так, давай копыта. Испорченное мясо. Так, это копыта кабана, испорченное мясо. Не знаю, пепельница. Какой-то странный артефакт. Я хер его знает, нужен он будет, не нужен. Так, вот это все по квестам. Пойдем к Рудивку. Или как он там, Рафик он тут. Рафик, покажи товары. Ты сможешь? Да. А этот барыга покупает, да? Все поврежденное, испорченное. Крысиный хвост и маленький клык кабана. Блять, вот интересно, он нужен будет? По какой? Что-то он стоит-то прилично, да? Да не, я не покупать, я просто цену узнал. А, так, давай продадим. Продадим. Чё, сундук, рюкзак практически разгрузили, да? Практически разгрузили. Так, чё, погнали опять? Погнали. Так, в какую сторону? Так, вот сюда. Аптечки есть, патроны есть. Все есть. Полетели. Трех кабанов надо. А, потерянный пистолет надо найти будет. Ну, потерянный пистолет один хер на кладбище. На кладбище потерянный пистолет. Поэтому идем туда. Так, аптечки восстанавливают здоровье в течение некоторого времени, причем эффективность лечения зависит от уровня владения медициной. Ну, чудесно. Чудесно. Так, время 2-3 утра. Скоро рассвет. Времени нет. А интересно, если бы я с барменом на эту тему не перетер. Ой, с этим, с оружейником на тему пистолета не перетер. То есть мне бы его получилось самому найти или вообще значения не имеет? Это просто так. Так, мне скоро надо будет свой ПМ ремонтировать. Ремонтировать вот опять. Подавай. Здесь. Да не. Не очень-то и глубоко. Не очень-то и глубоко. Давай включаем.
И идем. Ищем кабанов. Ищем кабанов. Блин, там-то хоть точки отображались. Так, вот кладбище. Че, перечеркнуть? Нужен для квестов, да, написано. И где-то этот. Че, вы там пистолет нашли? Можешь передать? Нет, нет, не могу, я же говорю, написано, нужен для квестов. Еще я мясо тоже могу собирать, так что тоже поубиваю. А, вот он. Нашел. Пистолет нашел. А использовать его можно, интересно? Наградное оружие Михалыча. Потерянный пистолет. Пошли кабанов добьем. Так, кабаны. Вот она, квест по кабанам. Квест по кабанам. А вот они, кабанчики. Желтеньким. Ого. Сука. Терминатор херов. Свинок. Ну, подсвинок ты свинья, конечно. Какой ты уровень? 7-й, а я 5-й, да, еще? Сука, задолбали сейчас. Всех кабанов поубивают. Че там, 26-й? Охренеть, да? То есть просто он с дробовика просто с одного выстрела убивает. Хуй тут тягаться-то с кем тут? Ну. А вот тут что-то рядом, давай. Так, еще одного надо найти. И можно уйти. Идти. Да, два или три. Так, все, я выполнил этот квест. Что еще здесь? Свалка. А, это наблюдатели. Поиск металла. Так, а поиск металла. Ну-ка. Куда ты показываешь? Ну, поиск металла, это все здесь. Я вот только не знаю, может, копыта тоже насобирать? Те четыре. Ты их не подобрал? Собираем еще четыре. Так, пистолет. В игре много животных, чем мясо можно определять в пищу. Удачной охоты. Охренеть меня. Аномалия это убила. Булка, а булка это. Это никнейм какого-то игрока. Булка. Булка, булка, булочка. Там. Сперва. Сперва сюда.
Да, вот он был, это было непросто сделать. 880 опыта. Вот так молодец, Михалыч будет рад. Ух, глядишь, и повышение выбить получится. Хорошая работа, держи это тебе. Спасибо. Спасибо. Так, теперь копыта. Я, интересно, копыта кабана продал или что? Ну, если что, потом снова... А, не, я их сюда сложил, да? Это нет, это испорченное. И этот... Круглогубцы. Мне нужно где-то круглогубцы найти. Спасибо большое. Найти где-то круглогубцы. Как, а, или длинногубцы. В общем, как найду длинногубцы, так и... так, это у Михалыча, по-моему, все было, да, задание? Ну как, получилось добыть свежего мяса? Конечно, добыл, вот оно. Молодец, боец. Так держать. Молодец, да. И на будущее мясо не надо... ко мне носить. Тащи его сразу к дяде Боре. На будущее. Привет, малец. Хорошо, что зашел. Дело у меня для тебя есть. Надеюсь, заинтересует. Какое? Мне доложили, что поблизости появилось еще одно стадо кабанов. Я тебе так скажу. Эти кабаны непростые. Встречал я таких раньше, и таких в этих землях действительно не было. В столице говорят, что это... что где-то они хапнули хорошую порцию NDP излучения, что и привело к новым мутациям. Похоже, где-то есть сильный источник NDP излучения. Что такое NDP излучение? О, это просто так не объяснить. Тебе об этом тоже позже расскажет наш главный инженер Шуруп, если захочет. Но сейчас не об этом. Да и чего твою контуженную голову забивать? Давай-ка лучше о деле. В общем, раз уж ты тут, то задание следующее. Нужно собрать шкуру этих кабанов. Если свежевать тушу аккуратно ножичком, то из нее кое-что для полезного может нас сделать. Уж больно они крепкие. Ты, главное, кабана в решето не преврати. Меньше дырок будет. И это, малец, советую найти оружие посерьезнее, чем пистолет. Эти мутанты очень опасны. Хорошо, я приносу шкурки. Удачи. Новое задание. И средние аптечки он мне дал. Шкуры кабанов. Шкуры каких-то серьезных кабанов надо мне найти. Клык кабана. А куда я все потерял? Так, а вот эти надо продать, получается. Это сколько ты вешаешь? 3,6 килограмма и 2,1. 5,7. Продать надо тебя и все. Так, ты... продать. Еще корпус нужен? Нет, всем корпус уже не нужен. Ну, все супер. Ладно. Как говорится, жму руку. Да. 28,6,3. Так, а сколько у меня патронов? 180. Возьмите мясо наблюдателя. Продать. Так, а чё? Ну и что тут посерьезней? И что тут можно с 5 уровня? Винтовка? Нет. ТТ? Нет, обрез. Обрез только, если взять, да? Обрез. 6 уровня тозовку можно взять. Это с 9. Может, лучше тоза. А, это 2,7 она стоит. Обрез 500 стоит. То есть мне надо где-то. О, так, тоз 34. Машинное масло в инженерном. У кого кто сказал машинное масло? Обрез. Так, и... давай. У аппарат. Да. Давай купим обрез. Инженерным оно, никто тебе его не продаст. Кому сколько масла? Тройка.
А есть у кого-нибудь один какой-то кабан? Патронов. Чтобы не бегать к рыбаку потом. Так, я это... кучность. Урон, бро... Так, ну это не... Нет. Кабани куйка не продать. Продать кабани. Я только что его отдал, ёпта. Так. Какие тут патроны тебе нужны? Бронебойность, так, калибр 12 га. Калибр 12 га. Крапива есть у кого-нибудь 8 штук? 8. А вот он, наверное, да? Купить. Ух ты, падла. Давай соточку возьмем. А, подожди. У меня ж такая херня была на складе. Где здесь? Вот, да. Место вот и место освободилось. У кого-нибудь кабани клык один. У кабана есть кабани клык один. А на то уж если пошло. Так, чё, мне на кабанов сходить поохотиться? Или всё-таки вот здесь вот погонять, сделать? Ну, я сейчас ближе к кабанам нахожусь. Значит, пойдем на кабанов охотиться. Так, давай мы тебя зарядим сразу. Монокуляр позволяет не только определять дистанцию до цели, но и узнать базовые характеристики противника. Монокуляр. Бинокль. Бинокль. Лектор. Ганнибал, видать. Ганнибал лектор. Так, это, по-моему, кабанчики в другой, да, стороне сейчас эти. Эти кабанчики в другой стороне. Подожди, пока мы это... Пока мы бежим, мы будем бежать с пистолетом. Тут всякие крыски. Крыски. На крыс можно и с пистолетом поохотиться. Это что такое? Давай ромашка. Я просто не знаю, пригодится она еще или нет, эта ромашка. Может, ее вообще уже и собирать не нужно. Черт ее знает. Снова ручеек. Вот это уже поплавали даже против течения со скоростью ихтиандра. Так, что тут? 5 крысы. Бахает прям. Так, вот один есть. Ка давай. Подожди, может это... Нашел шкуру? Нет. Сколько? 10? 6. Тут, походу, кто высокого уровня, помогает тем, кто маленького уровня, квест выполнять. Вот такая...
развлекаловка уже на хай-левелах. Не, ну в принципе в любой игре там, да? Кто-то там. Ёб твою. А, я этого не могу. Ба-бам! Ба-бам! Так. Да, блядь, зашибись, а смотри, шмаляет. Вообще шмаляет как надо. Клыки, падла. А, надо с ближней дистанции шмалять. Надо ближнюю дистанцию держать. С дальней вон это. Кровища какая-то. Это что, не тот кабанчик попался? Ёбаный в рот. Это что за снайперы? Это кто там, что там с такой? Такого расстояния бамас херачит. Так, ну давай мы сперва что-то. Шкуры понаберем. Потом. Потом. Падла. А, это 9 уровень. А, блять. Вот. Падла. Я ромашку, гайку и банку за тебя просрал. Это что меня убили. Ромашку, гайку и банку. Вот такая вот хня. Безумно дорогой груз просрал. Ну ладно, раз я это. Давай тогда. Че тут навыки какие? Классовые навыки. Винтовка. Общий пистолет. Ну, если я сейчас пистолет буду качать. Смысл мне пистолет сейчас дальше вкачивать, да? Вообще смысла нет пистолет вкачивать. Вообще нет смысла пистолет вкачивать. По той причине, что дальше оружие потребуется помощней. А следовательно, пистолет он нахер не нужен. Поэтому надо копить 2 очка. Два очка. Ёбаный маракас. Ты еще и промазал. Охренеть просто. Слушай, просто круто, да? Взять еще и промазать.
падла, это возле моей туши, это возле моего тела пасется эта тварь. 9 уровня. Он, сука, стоит и охраняет. Ну это как такое может быть-то, блядь? Кабан ты долбанный. Третий уровень. Третий уровень это нормально. Подожди, ты сейчас... А, это аномалия какая-то. Грусть. Алло. Алло. Да. Но. Ага. Угу. Ну. Не, ну без проблем сделают. Вы подойдите им, объясните, что надо, пока, где оно там стоит, и пусть они посмотрят. Сделают, конечно. Ну. Да не, ну, сделаю, да. Все, ладно. Блять. Эх, ты ж. Что я там потерял? Маленький антидот, испорченное мясо кабана, биоматериал кабана. Блять, я микрофон забыл отключить, когда я это разговаривал. Ох ты ж. Ох ты ж. Ох ты ж, ёптыш. Ладно, надо будет. Да нихуя не надо будет, все равно никто не досмотрит этого момента. Блять, нахуй ты это? За какой-то сраный там хвост крысиный. Второй раз уже дохнешь там. Пошел нахер этот кабан. Я сейчас двоих завалю там, этих мелких каких-нибудь. И все. Страдать херней. Две аптечки просрал. Подожди, я не понял, что у меня там КПКшник этот еще горит. Там что тебе надо? Навыки, ну. А, я же не вкачал этот. Он, естественно, думаю, что за херня-то. Я же оставил там на, для второго. Я оставил для второго. Ёптать, я что, уже час практически играю? Что-то время так махом идет. Времечко. Так, крыса бежит. Охренеть! Сука, Бэтмен, смотри-ка прям. Бэтмен настоящий самый, это же это. Просто трындец. Так, хвост нахер сразу. Выбросить. Да, выбросить. А свинец пригодится. Вообще огонь. Сука, прыгнула. Сука. Прыгнула такая, блядь. Мразь, блядь.
Эх, ну чё? Где тут кто? Кто тут смелый? Херово, что он перезаряжает. То есть надо, ему сперва надо вытащить, потом их обратно нужно втащить, и вот на это все тратится время. Сейчас, где тут еще одного найти? Я сейчас тебе это... Только давай не 9 уровня, то мне вы задолбали так подкалывать. Так, ты какого? О, вот тебя мы сейчас и ее обнем. Ну. Вот, нормально. Оп-оп, вытащил, да? Чтобы она как бы это, сама... Патроны... Бы... Падла, он мне ногу повредил. Сука, то вас не найдешь, что сразу такая свора. Так, теперь мне надо от вас сваливать. И сваливать мне надо от вас... Да хоть сюда, через город. Один хер через город сваливать от вас. Время 7 утра. Половина восьмого доходит. Так, аптечек у меня еще есть 5 патронов, в пистолете 165, в дробовике еще есть патроны. Да у меня это, монеток, жетонов немного. Сейчас еще воды надо будет купить, уже жажда подбирается. По-любому же здесь на чем-то фармят, и фармят неплохо. А может быть даже и очень хорошо. Только надо понять, на чем. Так, это там. Это там кладбище. Так, а может сразу в этот погнать АТП, или как он там называется, АКП, минуя город. Вроде пока аптечки есть, патроны есть. Попробуем сразу в город шимануться, в АКП исследовать его. Там 30% исследовать осталось, еще мясо этих, как они там, послушники или кто они там, собрать. О. Проводов нету. Тут это болото. Тут
если что-нибудь можешь. Может, здесь какой-нибудь этот есть? Войти в город. А, это канализация, это вход в город здесь, да? Там через какую-то канализацию, либо еще там через что-то. Нет, мне это не надо. В город. Мне надо добежать до точки назначения. А, резина. А, я же резину подарил там чуваку какому-то. Ну ладно. Сейчас найдем еще. Вот без этого было бы, что там зажал, держишь, то есть быстрее бы кнопочка активировалась. Поинтереснее было. То взаимодействие. Кнопка взаимодействия бы была. Б. А то эти постоянные Б. Приходится держать. Там кто-то бежит со мной, что ли? Чужие костры и тайники можно обыскивать на предмет поиска ценных вещей или чисто из любопытства. Интересно. Чужие костры и тайники можно обыскивать. Так надо. В общем, надо тут тебе сейчас все осматривать, обыскивать, исследовать, так как тебе нужны ресурсы для квеста. И где здесь что лежит, хер его знает. Поэтому сейчас будем. Так, ну вот тут я знаю точно есть свалка. Строительный мусор лежит. Блять, здесь кроме банки это и бутылки, что другое бывает, что-нибудь. Это что? А, тут хата закрыта. Тут закрыта хата. Так, вот она. Куда ты так это спешишь? Что даже меня не заметил. Я ничего не ответил. Подожди, а может в этих вот бачках что-то может тоже лежать? Или я ошибаюсь?
А вы чё пустые-то все, я не понимаю. Вас чё, всех уже это тут поразграбили? Почему внутри-то ничего? Ни клешней, ни хера нету. Чё за безобразие-то? Хера тут все из этого издолблено в ящике. Ты вытащил отсюда что-то, да? Понятно, это что такое, свинец. Давай возьмем. А вон еще ящик. Как туда забраться? Непонятно, но как-то надо. Так, там еще и в подвал есть спуск, да? Ё-моё тут. Так, это картечь, ну. Тоже хорошо, но это не то, что нужно. Пластик нашел. Пластик. Ну. Так, пластик. А там был спуск в подвал, да? Так, а это не... Это не строительный мусор, что ли, да? Не считается это за строительный мусор. Так, это сейчас отравит, да, меня, если я ее коснусь. Камень. Камень. Так, что тут есть? Ни хрена. Ну, если ни хрена, то и пошли отсюда. Эх, ничего тут нету. Мясо есть. И херня какая-то. Так. Так, ты сюда поднимался, нет? Сюда. Нет, сюда ты не поднимался. Маленький наблюдатель. Маленький наблюдатель. А, так. Так, это, по-моему, вот здесь где-то же был. В этот спуск, да, там? Типа в подвал какая-то лестница. Гроза началась там на поверхности.
еще здесь? Ну, ящик. И все, что ли? Оба-на. Оба-на. Нормалды. Вообще так прям нормалды. Слушай, тут вообще прям охрененно, да? Может, тут еще где-то что-то можно найти? Вот, например, тут ящик. Вот тут ящик есть, да? Ничего тут нету. И тут ничего нету. Так, этот мы выполнили. Мясо теперь. Этих упырей надо набрать. Вот здесь еще что-то может есть, да? Или я тебя уже открывал? Может открывал, а может и нет. Может просто там ни хера нету. Ромашка, грусть, панцирь наблюдателя и бутылка. Вообще похеру. На грустную ромашку с панцирем наблюдателя. Фиолетово вообще, бля. Непонятно, что вы там это. Почему? Как это нет свободных слотов в инвентаре? Так, и что я могу выбросить? Испорченное мясо кабана, ромашка, клык, грусть. Так, 5, а сколько? А, еще металла нужно найти, дров. И на 90% практически я это все исследовал, да? А, так, надо еще 5 металла найти. 5 металла. Так, давай вот здесь. Ну, ты здесь все проверил или нет? Вот это, по-моему, ты проверял. А, нет. Не проверял, оказывается. Где-то что-то даже не проверено. Здесь вот не помню. А, не, все, закончил. Еще один закончил. Так, теперь мне дрова надо найти.
Дрова. Надо найти дрова, а тут что? А тут пустышка, по-моему. Не, бинт. Бинт. Бинт на сюда и на семерку. Нахер ты его перенес, чтоб использовать, да? Сука, где логика спрашивается? Так, давай мы отсюда сваливаем. Так, теперь вопрос, где... Дров-то где найти? Где найти мне дров? Хер его знает. Дрова. Так, это я опять в этот, что ли, в сарай зашел или что? Так, еще одну надо. Еще одну. Нет. Так, давай мы сейчас... Вот в этот ангар, я не знаю, заходил, не заходил. Ну где-то у меня еще 5% этой неисследованной территории осталось. По-моему, я был в этом ангаре. Да, был я, эти ящики помню. Так, 85 патронов еще у тебя есть. Клык кабана, свинец, осколки панциря и клешня наблюдателя. Отлично. Так, меня больше интересует дерево. Больше интересует дерево. Где найти дерево?
Так, тут пусто. Сука. Все, этот мы тоже закончили. Так, наломать дров. Давай пробежимся. Так, и как тут дров наломать-то? То есть топор нужен или что? Как? Ох ты ж, блядь. А, это ты убитый. Так, а как наломать дров, собрать дров для кухни? То есть, если собрать, значит ломать, ну, в моем понимании, это же значит не надо ломать, если собрать, да? Собрать. Ну, тем более он сам же говорил, что я там, типа, если пойду, нагнусь, не разогнусь, там, такая вот он. Или это надо выйти за периметр? Вопрос-то в том, как еще 5% этой мутаты обследовать. То есть где они? Процентов. Давай, мир достанется победителю. Испорченные продукты, в том числе приготовленные на костре, могут нанести вред. Не, ну так, подожди, давай дрова посмотрим. Ну, он показывает внутри, внутри показывает, поэтому хочешь не хочешь, надо внутри
собирать как-то. Используйте костер для приготовления пищи в походных условиях. Помимо этого, какие-то там отвары. То есть патронов у тебя осталось этих пистолетных 39. Исследовать местности тебе осталось. Я просто не знаю, где я еще 5% должен исследовать. Чего? Куда-то залезть, может, надо. Ну-ка, подожди. Вот здесь вот. То есть можно залезть? Нельзя залезть. Отпадает это. За этих упырей уже даже ничего не дают. Просто уже за них ничего не дают. А, ты пить хочешь. Еще и пить хочет этот мудак. А пить-то и... А пить-то и нечего. И аптечки закончились, да? Пить нечего, аптечки закончились. 5% не исследование местности. Ящик бежит. Thank you.
Наступательная граната. Она обладает достаточно невысоким уроном. И все же на нее лучше не наступать. Ну попей ты вон, дождика попей, жажда это тебя мучает. Попей дождика. Давай сейчас. Ну, в принципе, ты так-то квестов много сейчас сделал. Единственное, тебе 5% АТП этого обследовать как-то надо. И дров ты не нашел. Ни хера не нашел дров. Я не понимаю. То есть либо надо топор просто, чтобы дров насобирать. Вот. Но топора у меня, соответственно, нет. Поэтому и никаких дров я насобирать не могу. Без топора. Ну, жажда мучает, выносливость не восстанавливается. Давай мы сейчас постараемся по максимуму никуда никому не попасться. Потому что мне надо будет потом... По-моему, ни здоровья, ни хп, ничего не восстанавливается. Да? Если мучает жажда. А сейчас еще будет мучить голод, и он вообще там в обморок упадет. Так, ну ладно, дошли. Дошли до безопасной зоны. Уже хорошо. Не бери чужой лут. А тут интересно, за каждый просто 5 уровней дается этот. Очко навыка. Ну или что там. Чтоб я мог, например, еще интеллект качать себе. Чтобы опыта больше шло. Или нет? А, у меня фуловая выносливость, да? Наверное, хватит мне добежать-то до купола. Все, я в безопасной зоне. Так, мы сейчас тогда сперва к бармену поедим. А, не, у меня же в инвентаре места нету. Я даже еду купить не могу. Так, значит, мне сперва нужно на склад. Хорошо, хоть до носков не добрались, твари серые. Вот. Ну, наверное, хорошо, что до носков не добрались, твари серые. Так, у этого квест нет. Блин, Рисанс, Рафик. Да, конечно, держи свой металлолом. Ай, молодца, вот, держи, честно заработано. Теперь по твоему вопросу. Когда вы возвращались из шахты, на ваш отряд напали бандиты.
Их, конечно же, отбили, но многие из наших погибли тоже. Что с твоими друзьями, я не знаю. Возможно, их убили, а возможно, их забрали в плен. Как появится информация, дам тебе знать, но в обмен на услуги. Кто бы сомневался-то, Рафик? Кто бы сомневался? Интересного. Да, есть кое-что, держи, отлично. Вы получили 500 опыта, жетоны 250, завершить диалог. Ага. Так, мне надо вот сюда. Сейчас к этому посмотреть. Что я могу сюда скинуть? Мяса нет. Так, тут еще сера осталась у меня. Свинец, пластик. Хер его знает, редко только что. Вот это и резина осталась. Стекляшка сюда идет. Грусть это бармену продадим. Это у меня где-то здесь, тут нет. Так, у меня есть средний аккумулятор. Я не знаю, для чего он нужен будет, не нужен. Так, это шкура кабана. Так, это эту сюда базуку поставим. Это, походу, придется продать. Так, патроны. Патроны сюда. Все, вроде место есть. Вроде место есть. Так, ну-ка, у тебя задание есть. И тебе не хворать, мне нужно подзаработать. Машинное масло, привет. Что тебя интересует? Машинное масло? Михалыч бы рад, что пистолет его нашли. Ты бы видел, как он обрадовался. Но он попросил меня привести его в порядок. Оружие это заклинивать начало. Уж слишком долго в грязи пролежал пистолет. Да и вид неподобающий. А как-то на радостях не додумался проверить. И сразу к Михалычу понес. Так вот косяк получился. Теперь по делу. Как назло, у меня закончилось машинное масло. Не мог бы ты сходить и поискать его в поселке Инженерный? Я, как обычно, в оплате не обижу. Хорошо, постараюсь что-нибудь найти подходящее. Так, давай. Рафик, как твое здоровье? Приходишь в себя? Так, мне нужна работа. Давай посмотрим. Панцирь наблюдателя, редкая электроника, старинный ключ. Не торопись с выбором, подумай. Давай панцирь наблюдателя. А не хочешь? Может быть, что за дело? Да непростое, но интересно. Значит так, наверняка встречаешь наблюдателя ТП. Это такая тварь, что с панцирями на шести ногах. Угу. Да, было бы неплохо. Да так вот. То, что тебе там встречалось, это был молодняк. Чуть юнее ангара. Чуть южнее ангара есть еще место, где они обитают. Там можно встретить наблюдателей, возраст которых достигает нескольких лет. У них и панцирь покрепче, чем у молодняка. Его используют при производстве брони. Было бы неплохо наладить стабильные поставки их панциря. Что скажете? Да, было бы неплохо. А, 8 надо? Ух ты. Отлично, старина Рафик тебе хорошо заплатит. Завершить диалог. Ёб твою. Мне нужно подзаработать. Редкая электроника. Слушай, что такое? Я тут узнал, что кое-где можно найти очень редкий компонент на электронике. Такие на рынке нынче в цене. Если я тебе скажу, где такой компонент можно найти, ты принесешь его мне? С оплатой подведу. Да, конечно, принесу, если это не сплетни. Тогда отправляйся в деревню, что недалеко от шахты Минаева. Там есть небольшие ангары или склады. Именно там и можно найти этот компонент. Ну ладно, давай, отлично. Заработать нужно. Пом-пом. Давай посмотрим. Старинный ключ. Старинный ключ. Разговор к тебе есть. Как-то приперли мне с вокзала сейф, закрытый. Ну, я и выкупил его по дешевке. Думал, может, чего ценного в нем будет, когда вскроем. Переломали инструменты, все, что были. Вскрыть сейф не получилось. Думали взрывчатку его рвануть, но это слишком дорого. Да и вдруг в нем ничего ценного. И сейф разнесем. Не продашь потом никому. Я вот и подумал, если сейф притащили с вокзала, то и ключи от него могут быть на вокзале. Логично же? Ну, вроде да. Вот и я так думаю. Отсюда вопрос следующий возникает. Не хочешь ли подзаработать на этом деле? Я тебе ключ, с меня деньги, как думаешь? Ну, вроде неплохое предложение, возьмусь за это дело. Тогда буду ждать тебя с ключом. Не забудь патронов прикупить. Место там опасно, крысы да собаки. Завершить диалог. Да. Мне сейчас надо к барменчику сгонять. Пожрать да попить взять. Потом уже к Михалычу. Да и аптечек опять прикупить надо. Привет, человек. Здорово. Почему человек? Не найдется еще работенки? А как насчет того, чтобы найти и прихлопнуть двуногую крысу? Я слыхал, тут на него много кто зуб точит. Можно попасть.
попробовать, но как его найти? Ублюдка этого зовут Федя Сизый. Где его искать? Это сложный вопрос. Попробую узнать у Михалыча. Ты с ним вроде как в ладах. Поговори с ним, может, он тебе подскажет. Допустим, я найду его, что я получу? Мне тут птичка на ушко прошептала кое-что про твоих дружков. Думаю, тебе эта информация будет полезной. Завершить диалог. Все что-то там про дружков. Кто-то что-то шепчет, где-то что-то шепчут. Так, ну хоть квестов появляется. Так, а пожрать ты так и не купил, да, у него? Придется еще заход делать. Привет. Михалыч, что привело тебя ко мне? Да пришлось серьезно попотеть. О, малец, ты мне нравишься. Попотеть, говоришь, пришлось. Но я смотрю, ты и вправду постарался. Не бойся, я в долгу не останусь. Вот, держи свою награду. 800 опыта и 300 жетонов. Ну, так, а что тут еще? Здорово, малец. Здравия желаю, полковник. Остались формальности. Говори, ты по делу или просто так? Михалыч, вы случаем не знаете, где мне найти Федю Сизова? А зачем он тебе? Он бармена кинул на товар. Нужно разобраться бы с одним. Ах, вот оно что. Бармена, значит, он кинул. Мы эту сволочь неуравновешенную тоже ищем. Как только Боря с ним еще додумался связаться. А вам-то он что сделал? Пошла информация, что в Солнечном завелась крыса. Кто-то инфу сливает анархистам за деньги. Мы думаем, это что это он. Эта скотина продажная, все, что хочешь за бутылку водки и пару жетонов продаст. Наши ребята тоже его ищут, но пока безрезультатно. А есть какие-нибудь зацепки? Говорят, он отправился куда-то в южном направлении. Там есть небольшая деревушка, возможно, он остановился там. Если найдешь его, то постарайся задержать. Нам его допросить еще нужно. Я понял, спасибо за информацию. Так, а это квест у кого? У Михалыча еще или это... Мне нужна работа. Давай посмотрим. Помощник кочегара, дезертиры. Помощник кочегара. Здорово, малец. Как ты осваиваешься тут? Не хочешь помочь? Ребята оставили у шахты, что к юго-востоку отсюда. Мешок угля. Будь добр, прогуляйся за ним, а то топить печку скорее будет нечем. Вот ты славненько. Хорошо будет сделано. Еще работа. Дезертиры. Слушай, у нас есть история одна неприятная случилась. Несколько солдат оставили свой пост и исчезли куда-то. По уставу конфедерации, если они дезертиры, им полагается расстрел. Но от тебя этого не требуется. Мне нужно узнать, куда они направились. Хорошо, но как мне это сделать? Прояви смекалку для начала. Попробуй поговорить с дядей Борей. У него в баре всегда народу много. Нет-нет, информация какая проскочит. Узнай, может, чего он знает. Хорошо, я зайду к нему. Удачи тебе. Ну, отлично. Мне все равно надо у дяди Бори купить, пожрать и попить. Так, а потом надо будет купить патронов, аптечек. И все, бабки закончились. Все нормально, дядя Бори, спасибо, я тут по делу. Выкладывай. Дело такое, Михалыч и двое солдат ушли с самолку. Мне бы давно поручение узнать, куда они бы могли бы пойти. Кажется, я понял, о ком ты говоришь. Было то двое товарищей буквально вчера. Значит, накатили они, как это водится, и давай между собой терки устраивать. Я краем уха кое-что услышал. Так и эти двое говорили о каком-то редком артефакте, который можно найти среди аномалий где-то на востоке. Они хотели достать его и надеялись на этом сильно разбогатеть. Поэтому я думаю, что они отправились по дороге на восток. Я не знаю, на что эти парни надеялись, но места там опасны. Учитывая, что денег у них не особо-то и было, думаю, что без еды и хорошего оружия далеко они не смогли уйти. Спасибо, дядь Боря, эта информация была полезной. Так, покажи свои товары. Так, во-первых, у меня есть товар. Отлично, знал, что у тебя можно получиться. У меня есть грибы. Грусть, жетонов 10 и 1 опыта получили. Покажи свои... Так, давай. Давай мы тогда кроличью тушку купим. Братан! И вот эту купим. Этому петуху понадобилось 10 угля. Сейчас вернемся. Да, я знаю, кто это. Съесть. Съели и... Выпить, выпили. Все, теперь вот это вот все мы пум-пум-пум. Оружейника не помню. Продаем. Идем? Я не помню. Все, идем, продаем.
Здорово. Витя. Чё, кто-то бьёт? Детектор не ломается, его нужно только заряжать, получается. Погоди, я всякую фигню продам. Куплю. Ну, ты его, главное, не продавать, потому что ты его потом не скрафтишь. Это бывали такие особые, которые... Маленькая клешня наблюдателя. Слушай, слушай, а можете спросить? Так, мясо кабана. А корпус там берется под ключом. Так, вот этом. Это. А, ВТП. Мне просто лень туда бежать. А, ну все, понял. Придется. И ромаха. Давай ромаху позапродадим. Так, окей. Продать. Я помог бы, но мне лень нету. За того бегать. Ой, за ним бегать, точнее. Так, 11. Слушай, а если я тебе деньги скину, а ты мне купишь броню 10 уровня, я смогу ее надеть? 200 патронов пистолетных возьмем. И для вот этого и штуки. Ну, давай тоже штук 100 еще возьмем. Пригодится. Пацаны, нет ни у кого своего угля? Угля нет. Угля нет. Кто? На комиссионку продают там за 30 рублей. Сколько там цены? Все. А. Так, теперь надо аптечек купить. Давай нас собирай, тоже бесплатно. Аптечек средних. Дрова насобирай, говорит. Значит, все-таки их собирать. А, покажи свои товары. Купить. Давай с десяток возьмем. Бать, все. 1300 осталось. Осталось 1300. Так, что тут? Ах, его хер его знает. Что инвентаря прям у меня до херища забито, да? То есть патроны все. 76 патроны вешают, 2 патроны, аптечки тоже вешают прилично, дрова, квестовый предмет, древесина. Пустая бутылка ничего практически не вешает. F1, слот оборудования. А у меня бинокля нет, под F1 бинокля нет. Так, что по квестам? Журнал задания, наломать дров. Так, а 7-й это уровень? Рекомендую уровень персонажа 7+, машинное масло. Ну, я еще 6-й, нет. Наломать дров, панцирь наблюдателя, строительный старинный ключ, помощник, информация бармена. 6+, бармен сказал, что дезертир, скорее всего, направились. Не, ну, блядь, мне все равно надо как-то дров на вот этих наломать. Пока я буду ломать дрова, я панцирь наблюдателя набью, панцирь наблюдателя набью. То есть мне нужно всего там будет 5 их набить, потому что один у меня есть. Так, и все, значит. И все. И все. Так, сейчас мы, в общем, туда зайдем. И, наверное, на этом закончим. В принципе, много сегодня, что много сейчас сделали каких квестов там, да, то есть что там выполнили. Кабанов несколько раз вальнули, еще там что-то. Ну, в общем, нормально. Потом, наверное, думаю, на этом мы закончим и продолжим с вами уже в следующей серии. Все, ребята, в общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Всем пока, до новых встреч.